Царстве Своем всегда должно быть с нами. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Священные митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический, диаконский, монашеский чин, братья и прихожан святого храма сего, благотворители, благоукрасители, жертвователи святого храма сего, труждающихся, поющих во святом храме всем, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.